Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами будем вязать вот такой вот жилетик на мальчика от 0 до 3 месяцев. Жилетик, как вы помните, у нас связан с наборчика для новорожденного. Такой жилетик очень классно подойдет для выписки малыша с роддома, то есть вы можете его одеть на любой человечек, на любой бодик. Вот он послужит таким замечательным, скажем так, украшением ребенку для фотографий, и также он вам пригодится еще в носке, то есть прохладные какие-то вечера летние он подойдет замечательно, так как он не сильно толстенький, такой не сильно он толсто связан плотно. Также подойдет замечательно просто по дому вот так вот одевать малышу в прохладные зимние, так сказать, деньки для квартиры или там для дома. Вот, замечательно подойдет куда-то в гости выйти, допустим. Если вы свяжете полностью наборчик, то этот наборчик замечательно вам послужит, опять же, для тех же летних вечеров прогулочных. В общем, ну, я думаю, в принципе, вы сами знаете. Очень он удобный для лежачего ребенка, то есть здесь хоть и швы внутренние, допустим, есть, как и я вообще противник внутренних швов, но они очень мягкие. Если вы будете выполнять по моему видео, то, в принципе, я думаю, что эти швы, так скажем, при носке не сильно будут раздражать малыша в лежачем, так сказать, положении. В общем, жакетик довольно-таки симпатичный, очень просто вяжется, очень-очень-очень. Ушел у меня на этот жакетик моточек моей пряжи всего лишь. То есть вы можете приобрести сразу два моточка, довязать к этому жилетику шапочку и пинеточки по моему видеоуроку. Если вы будете вязать такой же точно жилетик для девочки, то, соответственно, я дам потом рекомендации, что у нас сейчас получается правая от нас, левая от малыша полочка, в ней петелечки, то вы сделаете наоборот. То есть вот это у вас полочка, правая от малыша и левая от нас будет главной. То есть как бы петельки будут у вас на вот этой полочке, а пуговички на вот этой. То есть вы потом обратите на это особое внимание. Вот, и соответственно будете пришивать, приметывая, так сказать, вот эти вот уголки, что с внутренней, что с внешней стороны, уже на той полочке, на второй. Обратите тоже на это внимание, и можно взять, допустим, любой другой цвет. То есть не обязательно брать, как у меня, голубой я брала для мальчика. Вы уже смотрите по себе. Итак, в общем, жилетик очень простой. Все очень я подробно вам буду рассказывать. Поэтому, кому понравилось, присоединяйтесь. Будем вязать вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла акриловую пряжу из серии Lanosa Minty. В ней 315 метров в 100 граммах. Также нам понадобятся спицы. Я взяла номер 3 под эту пряжу. Взяла чулочные, так как изделие небольшое по размерам по своим. Мне достаточно будет чулочных по сантиметру длины. Если хотите, возьмите любые спицы, круговые. Хотите, возьмите просто для шарфика парочку. Ну, то есть мне просто удобно будет еще чулочные спицы использовать для того, чтобы оставлять открытые петли. То есть у меня будут петелечки оставаться на спицах. Я не буду использовать никаких булавочек больших и так далее. Также понадобится крючок для сшивания и заправки кончиков, ножнички. И, конечно же, сантиметр для измерения сантиметров провязанных. То есть нам нужно будет высчитывать сантиметры. И возьмите еще парочку булавочек, либо маркеров пластиковых, для того, чтобы нам можно было смотать кончики ниточек, которые мы будем оставлять для сшивания, и чтобы они вам не мешали просто для удобства работы. От краешка ниточки отступите приблизительно метр, это у нас будет ниточка для сшивания. То есть я не люблю лишних присоединений, мне проще оставить побольше по длине кончик ниточки, для того, чтобы потом не делать присоединения. И вот для чего я вам говорила булавочки, для того, чтобы вот этот метр ниточки присоединить к полотнищу вязания и чтобы не мешало вам при работе. Итак, берем ниточку, две спицы и на одну спицу набираем начальные 2 петельки, затем приставляем вторую спицу и набираем еще 51 петельку. То есть всего нам нужно набрать
на спинку. Мы будем начинать со спинки вязания. 53 петельки. Итак, набираем 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 49, 50, 51, 52 и 53. Все, наши петельки набраны. Теперь свободную спицу вытаскиваем. Для чего мы набирали первоначальные 2 петельки на одну спицу? Для того, чтобы не было растянута вот эта вот крайняя петелька. Мне, честно говоря, не нравится, когда я набираю на 2 спицы сразу. То есть они мне, скажем так, растягивают потом краешек, и мне не нравится. Вот при таком вот наборе мне нравится, как выглядит, в общем, конец моего вязания. Итак, первый ряд и все последующие ряды мы будем первую снимать, не провязывая, и вплоть до последней все петельки вязать лицевой петелькой. То есть будем вязать просто платочной вязкой. В первом ряду я и первую провяжу лицевой петелькой. Все последующие провяжем лицевой петелькой тоже. А в следующем ряду, начиная со следующего, я не буду провязывать первую. Я как бы в первом ряду закрепила эту первую петельку, провязав. Итак, провязываем платочной вязкой, продолжая вязать лицевыми петлями в каждом ряду все петельки. Нам нужно провязать просто прямым полотном 14 сантиметров. То есть сейчас я провязываю первый ряд, затем разворачиваю второй ряд, тоже все петельки лицевые, третий ряд и так далее. Прямым полотном вяжем 14 сантиметров. Я думаю, что здесь ничего сложного нет. Просто продолжайте самостоятельно провязывать платочной вязкой 14 сантиметров. Я провязала 14 сантиметров в высоту. У меня ниточка, краешек, вот смотанный наш моточек для сшивания с левой стороны. Я посчитала количество рядов при моей плотности вязания. У меня 53 ряда. Обязательно посчитайте, чтобы у вас было нечетное количество рядочков. То есть, чтобы у вас вот такая вот косичка была с лицевой стороны. То есть, мы закончили провязывать изнаночный ряд. И сейчас у нас начало лицевого ряда. И теперь мы закроем по 4 петелечки с каждой стороны. У нас будет для проймочки. Если для вещей, для взрослых, так сказать, кофточек, когда взрослым вяжем, мы закрываем постепенно, убавляя проймочку, то в данной детской модельке можно сразу закрыть эти 4 петельки, так скажем, одним махом с одной стороны и с другой стороны. И тем самым продолжать вязание спинки дальше. Итак, первую снимаем непровязанной. Затем вторую провяжем лицевой и одеваем первую на вторую. Это мы убавили одну петелечку. Затем следующая лицевой одеваем на следующую. 2, лицевая протяжка 3, лицевая протяжка 4. Мы закрыли 4 петельки. И довяжем этот лицевой ряд до конца. Полностью все петельки продолжаем, так же, как и раньше, провязывать платочной вязкой, то есть лицевыми петельками, до самого конца. Как вы видите, мне достаточно этих длины этих спиц чулочных, поэтому я не вижу смысла вязать на больших спицах. И, честно говоря, на камеру удобно гораздо коротенькими вам показывать, как вязать, чем длинные, которые стучат по столу. Итак, в общем, продолжаем вязать лицевыми до конца этого ряда. Довязали 54 ряд лицевой до конца, разворачиваем вязание. И с изнаночной стороны мы сейчас закроем еще 4 петельки. Первую снимаем. Затем следующую провязываем лицевой. Точно так же, как в первом варианте, делаем протяжечку. Снова лицевая протяжка, лицевая протяжка, лицевая протяжка. 4 раза сделали, провязали лицевую петельку и одели предыдущую на последующую. То есть на лицевую одели предыдущую провязанную петельку.
Мы закрыли 4 с одной стороны петельки, вот они наши, и 4 с другой стороны петельки. Довяжем этот ряд до конца. И начиная со следующего ряда, мы будем вязать без каких-либо убавлений и изменений, просто прямым полотном. То есть мы закрыли проймочки и продолжаем вязать нашу спинку. Таким образом, нам нужно от начала вязания, от начала самого нижнего, то есть я переверну сейчас на лицевую сторону, чтобы вам понятнее было. Вот она, наша лицевая сторона. С левой стороны у нас находится ниточка. Вот она, лицевая наша сторона спинки. Вот от начала вязания до, скажем так, конца спинки высоты нам нужно провязать 23 сантиметра. То есть мы с вами провязали 14 сантиметров, затем сделали проймочки с обеих сторон и прямым полотном продолжаем вязать до 23 сантиметров. Я провязала высоту спинки. У меня получилось от низа до верхнего ряда 87 рядочков. То есть я довязала, как вы помните, 53 ряда до проймы и остальные ряды до конца, так скажем, высоты спинки. Теперь у меня снова с левой стороны ниточки и начало лицевого ряда. Мы сейчас с вами сделаем плечевые скосы с одной и с другой стороны по 11 петелек. Итак, мы снова закрываем, как проймочку мы с вами делали. Первую снимаем непровязанную, затем лицевая и первую одеваем на вторую. Снова лицевая, первую одеваем на вторую. Это мы 2 лицевые уже провязали, значит 2 петелечки закрыли. Третья лицевая протяжка, четвертая лицевая протяжка, пятая лицевая протяжка, шестая лицевая протяжка, седьмая протяжка, восьмая протяжка, девятая протяжка, десятая протяжка и 11-я последняя протяжка. Мы с вами убавили с одной стороны 11 петелек. Нам нужно теперь убавить с другой стороны. Поэтому мы этот ряд довязываем полностью все петельки лицевые. То есть это у нас получается 88 по счету ряд, если считать с самого начала. И довяжем до конца этот ряд лицевыми петельками. А затем 80 уже получается в 9 ряду изнаночном. Мы убавим на второй стороне уже в начале изнаночного ряда 11 петелек для плечевого шва нашего. Подготовим платформочку. Итак, довязали до конца ряд. И теперь с этой стороны мы будем снова закрывать 11 петелек. Первую снимаем непровязанную, затем вторая лицевая протяжка, лицевая протяжка, третья лицевая протяжка. Это мы, получается, закрыли уже 3. 4 лицевая протяжка, то есть точно так же 5. 6 лицевая протяжка, 7, 8, 9, 10 и 11. Все, мы закрыли с одной стороны петельки, с другой стороны. И сейчас этот ряд мы с вами довяжем до конца лицевыми петельками. То есть продолжаем. У меня получается 4 провязано. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. Вот они, 23 средние петельки. Я их оставляю открытыми. То есть, смотрите, петельки у меня не закрытые. Закрытые только плечевые скосы. Вот эти 23 петельки средние между нашими плечами, так скажем, мы их ни в коем случае не закрываем. Мы их просто оставляем на дополнительной спице, о чем я вам говорила, что
нам понадобятся все спицы с набора, то есть вот одна спица уже задействована. Мы связали с вами спинку. Вот она спинка, вот так выглядит с изнаночной стороны. То есть если мы положим на левую сторону вот этот наш моточек, так скажем, кончик, который мы оставляли для пришивания, вот это лицевая сторона нашей спинки. Здесь, как вы видите, немножечко отличаются вот эти вот плечевые такие вот скосики. То есть с одной стороны здесь косичка, с другой стороны косичка вот здесь. То есть ничего абсолютно страшного. Здесь узор такой ненавязчивый платочной вязки, то есть такой строгий. Этих, в принципе, так скажем, минусов или как иначе заменить слово, в общем, их не будет видно. Поэтому не переживайте, все здесь абсолютно красиво и хорошо. Вот они, наши проймочки, то есть вот это у нас получается расположение рукавчиков. И спинка наша готова. Мы приступаем к вязанию полочек. И, конечно же, до встречи во второй части, где мы продолжим вязание передних полочек.